Элегантные леди в вечерних платьях, галантные джентльмены в строгих костюмах. Дресс-код соответствует светским раутам. Движения сдержаны и полны достоинства. Мы познакомились в прошлом году прямо здесь, на балу. И вот весь год встречаемся, ходим, танцуем. Мне кажется, Троицкий бал – это такое событие, которое... Все люди хотят его увидеть даже, не просто поучаствовать, а прикоснуться немного к этому вот празднику, к самому празднику Светлой Троицы. Я считаю, что надо всем попробовать поучаствовать в балу. Это новое впечатление, это интересно. Местами тяжело, местами не получается, но это стоит того. В прошлом году мы участвовали и очень понравилось. Хорошая инициатива отца Александра. Он сам участник этого бала, что больше подвигает других участников участвовать в бале. Я дала обещание своей маме, что в этом году будем обязательно участвовать. К сожалению, ее уже в этом году с нами нету, поэтому этот бал мы посвящаем ей. Легко, я с 3 лет занимаюсь танцами благодаря моей маме. Она тоже с детства занимается танцами, так что все это дается нам легко. За каждым хореографически правильным движением длительные тренировки. За всей этой легкостью и плавностью многодневный труд. Ведь всего за несколько месяцев участникам бала надо было освоить и выучить с 10 танцев. Люди всегда идут с большим-большим энтузиазмом, с большим настроением, со своим желанием. Причем как-то с Божьей помощью все получается очень красиво. Танцы выбираем мы, хореографы, все. И смотрим другие балы, насколько какие танцы смотрятся лучше. И вальс танцуем, и полечки танцуем. Это очень весело. Троицкий бал в городе над Пиной в храме Петра и Февронии – торжество, связанное с праздником Святой Троицы. Он считается днем рождения церкви. Мы, когда празднуем свои дни рождения, собираем круг друзей, родных, близких, тех, кого нам приятно видеть. Что-то подобное мы хотели сделать и с днем рождения церкви. Мне кажется, этот праздник, он как нельзя лучше, подчеркивает и величие церкви православной, и день праздника Святой Троицы. На балу танцевали 150 пар. Звуки классической музыки пронесли зрителей через века, переместив в залы былых эпох. В историю торжества вписана новая насыщенная страница.